Тайный источник женской власти – самый популярный аксессуар. Так говорят о дамских сумочках. И это неудивительно, ведь каких только форм и моделей не существует. А недавно пермский дизайнер создал сумку-клатч в виде театра оперы и балета, который находится в краевой столице. Вот так выглядит пермский театр оперы и балета. А так дизайнерская сумка-клатч. Дамский аксессуар пермяк представил на хакатон по созданию мерча для театра. Игорь Горячев рассказал одному из информагентств, как родилась идея создания необычного аксессуара. Я сидел, пил кофе, смотрел на здание театра и думал, что оно невероятно красивое. И тогда в голову пришла мысль сделать клатч для девушек, используя фасад здания.